Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть на нашем проекте, в нашем отделе промышленно-экономической информации. Есть литература по истории моды и костюмов, как элегантно одеваться, современные тенденции в мире. А также есть книги от известного историка моды, театрального декоратора и искусствоведа Александра Васильева. Тема нашей встречи называется «Модная история в современной жизни». Мода – это единственная попытка преобразить искусство в форму социального взаимодействия. Данная цитата – автор данной цитаты Оливер Ондлер. Мода является неотъемлемой частью нашей современной культуры. Она охватывает все сферы нашей жизни, от одежды и аксессуаров до интерьерного дизайна и образа жизни. Сейчас отсутствует единый для всех модный стандарт, как это было раньше. Различные социальные группы имеют различные системы ценностей и, соответственно, различные множественные, постоянно меняющиеся модные стандарты. Взаимоотношения моды и времени постоянно занимают наши умы. Яркая тенденция развития современной моды является переосмысление и использование недоработок предыдущих поколений. Ведь, как известно, развитие моды подобно спирали. Тенденции прошлого возвращаются снова и снова в новом облике, становясь модными тенденциями современности. Современная мода очень универсальна, и ее сфера деятельности практически не ограничена. Первая книга, о которой хочу вам рассказать, называется «Элегантность. Азбука хорошего вкуса». Автор книги Женевьев Антуан. Автор делится с читателями всеми премудростями, касающимися всех аспектов мира моды, от аксессуаров и до яхт. Эта книга представляет собой настоящую библию элегантности, грации и дамского шика. В книге вы найдете для себя оригинальные советы, рекомендации, которые будут полезны для женщин, стремящихся выглядеть всегда и везде прекрасно. Главная цель этой книги – рассмотрение бесчисленных видов элегантности, таких как элегантность поведения, речи, домашнего интерьера и других аспектов искусства жить. В содержании можете познакомиться с такими интересными темами. Первое. Манера поведения, идеальный гардероб для элегантной женщины, планирование гардероба, уход за собой, личность, изысканность. Книга станет для вас хорошим помощником по стилю и составлению вашего гардероба. Следующая книга, о которой хочу вам рассказать, называется «Как ходить на высоких каблуках». Автор книги Камила Морта. В книге вы для себя подчеркнете, как быстро собираться на свидание, порхать над землей на высоких каблуках, как быстро собираться на свидание, божественно танцевать и играть в покер. Веселая, познавательная и очень полезная книга. Книга изменит ваш подход ко всему на свете, от выбора одежды до переезда в новый дом, и поможет осуществить все ваши заветные мечты. В содержании можете познакомиться с такими темами. Как привлечь к себе внимание, как успешно строить карьеру, как наладить хорошие отношения с окружающими, как полюбить путешествия, как решать сердечные проблемы. Данный сборник советов полезен для девушек на все случаи жизни. Следующая книга, о которой хочу вам рассказать, называется «Платки, шарфы Парео» под редакцией Ашиферовой. Платки и шарфы – это прекрасное украшение, способное создать стильный и запоминающийся образ. Оригинально завязанный платок и шарф в мгновение ока изменит ваш стиль. Благодаря этой прекрасной книге вы сможете научиться завязывать платки, шарфы и парео самыми разнообразными способами. С помощью пошаговых иллюстраций делать это можно будет легко и просто. В содержании вы можете познакомиться с такими темами. Как правильно подбирать платок, украшения из шейных платков, двухцветная фантазия, как сделать из платков сумку, виды платков. Данная книга поможет творить и создавать новый образ, и вы всегда будете неотразимы. Следующая книга, о которой хочу вам рассказать, называется «Библия моды. Увлекательная история вещей из вашего шкафа». Автор книги Тим Ган. Знаток и исследователь моды Тим Ган в своей книге «Путеводитель» рассказывает увлекательную историю каждого предмета одежды из древнейших времен. Вместе с автором вы сможете отправиться в путешествие по миру высокой моды, узнать о взлетах и падениях ее истории, об эволюции самых разных вещей. От короны Клеопатры до сандалий Елены Прекрасной, от корсета королевы Виктории до конусообразного бюстгальтера Мадонны, от деловых костюмов героев сериала «Династии» до брючных костюмов Хиллари Клинтон. В содержании можно познакомиться с такими темами. Первое. Классические рубашки, носочно-чулочные изделия, нижнее белье, пальто и куртки, спортивная одежда, шляпы. Данная книга для вас станет практическим руководством и надежным помощником, чтобы гардероб стал удобным и стильным.
Следующая книга, которую хочу вам рассказать, называется «Библия стиля. Дресс-код успешного мужчины». Автор книги – Найденская Наталья. Эта книга – настоящий подарок для мужчин, желающих выглядеть модно и стильно, в зависимости от места, времени и ситуации. Ведущие эксперты в области моды и стиля знакомят вас с правилами дресс-кода, дают практические рекомендации по выбору костюма, рубашки и галстука. Предлагают разнообразные ансамбли для работы, отдыха и путешествий. Рассказывают об истории создания модных аксессуаров. В книге много полезных и остроумных советов, как сократить время на покупку одежды, навести порядок в собственном шкафу, избавиться от ненужных вещей и не остаться без вещей действительно необходимых. В содержании можете познакомиться с такими темами. Первое. История и дресс-код. Дресс-код в современном бизнесе. Свобода выбора деловой одежды. Мужская мода 20 века. В стиле джет-свет. Имидж и возраст. Следующая книга, о которой хочу вам рассказать, называется «Судьбы моды». Автор книги Александр Васильев. Через призму веков автор рассматривает историю одежды и украшений, рассказывает о жизни и творчестве великих европейских и российских деятелей культур и искусств. Это захватывающие статьи по истории моды во всей ее предметной полноте от Древнего Египта до современной России. Это волнующие судьбы легендарных модельеров, художников, артистов, выдающихся людей, сопричастных к миру моды и ее творцов в широком смысле, конечно, этого слова. В содержании можете познакомиться с такими темами. История моды, история верхней одежды в России, детская мода в России, пыль веков и легенда балета. Книга будет интересна широкому кругу читателей и специалистам в области моды и красоты. Всем спасибо за внимание. Будьте красивы и привлекательны. До новых встреч!